В природе встречается немало удивительных животных. Некоторые из них живут не где-то в дальних странах, а совсем рядом. Например, жук-носорог. И в этом видео мы узнаем о интересных фактах о жуке-носороге. Если вам понравится данное видео, то не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал. Всем приятного просмотра! Размеры тела жука и окрас могут немного различаться в зависимости от условий обитания. Крупный насекомый имеет более темный цвет хитиновой оболочки и мощный рог. Когда носорогу грозит опасность, он падает на землю, прикидывается мертвым. Его окрас помогает сливаться с листьями и ветками вокруг. Интересен тот факт, что по всем законам физики жук-носорог не умеет летать, но на деле же он преодолевает в полете расстояние до 50 километров. Эти жуки – настоящие силачи, они могут поднимать груз в 800 раз превышающих собственный вес. Плохо изучено, как питается насекомое. Некоторые версии подтверждают, что взрослые особи совсем не принимают пищу, а питаются накопленными за период стадии личинки веществами. У носорога слабо развитый ротовой аппарат, отсутствуют хитинизированные зубцы, режущие зубы и слабые жевательные мышцы. Это дает предполагать, что если насекомое питается, то только жидкой пищей. Ориентироваться в пространстве жуку-носорогу помогает хорошо развитая система органов чувств и рог. Главными врагами жуков являются птицы и змеи. Вот мы и подошли к концу видео. Если вам понравился данный ролик, то поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Всем удачи, пока!